и Андреевич Дуйко. Сегодня вебинар будет идти одновременно в Facebook, в Инстаграме, в ТикТок и в Ютуб. И вы сможете в течение часа задать мне свои вопросы, насколько это будет возможно. Итак, читаю ваши вопросы, даже очки одену, потому что телефоны далеко, я так далеко не вижу. Итак, Гинтаре Бурзовины, здрасте, добрый день, 4 раза провел, посмотрю, есть ли звук. Я одновременно в Facebook. Все, супер. Какой-то телефон попал в камеру. А, все, нет, все хорошо, ничего не попало, все отлично, ура, молодец. Моя жена гений. Итак, Джинтары Бурсовины. Добрый день. 4 раза провела ритуал искупления семьи. Все ли я сделала правильно? Продолжать дальше. И списаю долг. Вы, наверное, хотите избавиться от долга, от долга. Для того, чтобы избавиться от долга, необходимо использовать не ритуал, который связан с искуплением семьи, а использовать обряд, который называется «Сжигание проблемы на свече». А сейчас, друзья, скажите, кто использовал мой обряд сжигания на свече. Каким образом это происходит? Человек подготавливает свечу, как я это рассказываю у себя на бесплатной ступени, которая опубликована мной на канале YouTube, где вы можете ознакомиться с ритуалом, который называется «Сжигание на свече». Он тоже отдельно вырезан и тоже опубликован мной. Здесь я его рассказывать сейчас не буду, это достаточно долго. Там я рассказываю и как по времени, и сколько сжигать, и как это все выполняется. Хочу вам сказать, что это эффективно, что это действительно работает, и это супер. Неля Бармина, подскажите, мой сын будет работать со своим братом? Он поможет ему? Нет, не будет работать, помогать будет. Алина Фыбрыцый. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Начал заниматься бровями, прошла курс мастер бровей. Получится ли у меня развиваться, зарабатывать? Получится, хороший бизнес, будете ездить по людям, будет получаться. Добрый день, чиниться второй обновленной ступени. У меня будет ребенок в этом году. В этом, к сожалению, не родите. Ну и, скорее всего, еще нет. Светлана Коваленко. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Благодарю за ваши знания. Вы самый лучший человек. Хочу спросить за свою семью. Стоит ли нам выезжать из Чернигова до окончания войны? Все будет хорошо с моей семьей. Все будет хорошо, вашей семье ничего не угрожает, все безопасно. Лора Кравчук, добрый день, здрасте. Наталья Ющенко, добрый день, Андрей Андреевич. Я вас много слышала от хорошей подруги. Спасибо хорошей подруге, мне очень приятно. Такая вот у меня есть ситуация. Допустим, человек мне говорит, Андрей Андреевич, дайте мне, я прошла бесплатно ступень или платно ступень. Андрей Андреевич, я хочу, чтобы вы ответили мне на вопросы. Или по-другому это звучит, отвечали на вопросы. И потом получается так, Андрей Андреевич, мне приснились такие сны, а мне пришло такое видение, у меня есть бизнес, я хочу еще что-то. Нужно понимать, что людей, которые видят меня, прошли ступени, которые обучаются в школе, это уже не десятки тысяч, а сотни тысяч. У нас международная школа и международная общественная организация, и международный фонд и так далее. Это большая организация. Поэтому, когда люди узнают мой телефон и начинают меня третировать, там, предскажите мне будущее моей дочери, что было, что будет и так далее. А в случае, если я говорю, я не хочу, то тогда человек начинает хамить. Ну, и я решил, что я больше не хочу отвечать на вот такие вопросы, иметь какие-то частные контакты и так далее. Мне это, к сожалению, не нужно. Нужно быть чуть-чуть добрее и теплее. Здравствуйте, все присутствующие. Здравствуйте, уважаемый Андрей, спасибо за знание. Спасибо. Мне порекомендовали вас Марьяна Бруно из Германии. Наталья, 31 год, завтра будет 32. Уже год живу в Германии, хочется уехать к сестре в USA. Стоит ли переезжать? Стоит. Как найти себя по профессии? Не по профессии себя необходимо находить, а находить себя не... А, вообще, вы, наверное, спрашиваете, чем вам вообще нужно в жизни заниматься? Какой вид бизнеса вам будет подходить? Вам будет подходить... ресторанный бизнес, складской бизнес, международная логистика. Это виды бизнеса, которые вам подходят. Правда ли, что инопланетяне помогали египтянам? Ну, я думаю, да.
Я думаю, что до момента, когда появились египтяне, пирамиды были уже построены. И египтяне просто использовали пирамиды для того, чтобы сделать из них вот такие гробницы. А сами фундаментальные пирамиды, они были возведены, скорее всего, до периода возникновения египетской цивилизации. Я был в Александрии, которая находится рядом с Каиром. И в городе Александрия я был в музее египетском, мне очень понравился. Там рядом с пирамидой находится этот музей. Когда я был в этом музее, то я обратил внимание на типичный такой каменный какой-то бордюр. И спрашиваю у человека: вы можете объяснить мне, что это за каменный бордюр? Он говорит мне: этот каменный бордюр, это была пристань. Я говорю: какая пристань? Он говорит: здесь было море. Я говорю: какое море? Ну, наше вот море, красное. Я говорю: ну, сейчас здесь нет моря, сейчас здесь везде пустыня. Он говорит: да, в то время море было. И тогда пришла идея. В действительности, если море было, то это много всего объясняет. Много всего объясняет. То есть можно было строить пирамиды, используя ямы, довозить это все там, используя корабли и так далее. Очень удивительно. Ну, думаю, что вот так. Тамара Писковска. Здравствуйте, ученица бесплатных ступеней. С нетерпением жду ваши вебинары. Если вам не сложно, могли бы подсказать, стоит ли мне изучать Таро или яснознание. И то, и другое стоит изучать. Я вообще считаю, что если вас эта тема интересует, то есть смысл в нее и погружаться, и интересоваться и так далее. Вот мое мнение такое. Главное, старайтесь максимально по-честному вести себя с людьми и не обманывать их. То есть старайтесь быть гуманными и такими теплыми по отношению к людям, потому что часто бывает так: погадали, у тебя порча, я тебе сделаю обряд, там заплати мне деньги и так далее. Вот таким не нужно заниматься. А вообще я вам хочу сказать, дело в том, что сейчас огромное количество людей, наверное, миллионы людей знакомы с тем, что называется карты Таро. И есть же много карт Таро, есть много людей, которые платно и бесплатно и предсказывают, и предугадывают, и гадают, и так далее. Так вот, у этих людей есть сумасшедшая между собой конкуренция. Они мега конкурируют между собой. Их конкуренция настолько мощная, что когда вы выйдете и захотите кому-либо продавать свои услуги, вам будет чрезвычайно сложно. Так вот, может быть, не начинать с того, чтобы заниматься Таро, а нужно начинать с того, как продавать свою услугу. Это гораздо важнее. Так вот, научиться продавать услугу, вот с этого нужно начинать. А когда научитесь продавать услугу, там, как работать в Ютубе, или как продавать услугу в интернете, или как вести трансляции, или каким образом выступать, как там, что для этого необходимо. Вот когда вы это сделаете и начнете себя в этом популяризировать, вот тогда можно и Таро заниматься, и чем угодно. Ведь в итоге вам прежде всего необходимо не Таро, а прежде всего необходимо, наверное, знание того, как на этом зарабатывать. Ну и сразу же хочу сказать, что в случае, если вам необходимо Таро для себя, ну, конечно, тогда Таро для себя можете смело обучаться. Прошу вас дати пораду за моїх синів. Зараз живу в страху, молодший потрапив до лікарні з гіпертонічним кризом через переслідування з бойку військомату. Не переживайте, його не призовут в армію. Можете не переживать. По поводу его гипертонии хочу сказать, что его гипертония связана с гормоном надпочечников, который называется альдостерон. Альдостерон у него повышен, из-за этого у него усваивается натрий, выводится калий, появляется алкалоз, из-за этого диарея, нервные состояния, и появляется вот такая гипертония. Если снизить ему альдостерон, то тогда улучшится общее состояние. Иначе кортизол высокий. Какой чай надо принимать? Для того, чтобы успокоиться, чай необходимо принимать такой. Смотрите, в тибетской медицине сказано: если у тебя больная печень, ты стареешь. Если ты стареешь, тебе необходимо лечить печень. И они советовали принимать бессмертник. Если у тебя есть много ваты, то есть по-другому много мыслей, ты нервный человек, то принимай зверобой, он убьет всех демонов в твоей голове. В
В случае, если у тебя есть проблемы с почками, селезенкой, кроветворением, то все жидкости в твоем организме, они смогут быть заменены, если ты будешь принимать березовые почки. И в случае, если у тебя есть проблемы с желаниями, нервные состояния, ты переживаешь, не можешь спать, принимай ромашку. И что у нас получился? Настоящий, знаменитый тибетский чай. Бессмертник, березовые почки, ромашка, зверобой. Если еще и нервное состояние, я бы добавил еще шишки хмеля и пустырник. Это в комплексе может и снизить кортизол, улучшить печень, и имеет желчегонный эффект, и мозги восстанавливает, и молодость обретаете, и так далее. Также они советовали в случае, если у человека есть где-либо опухоли, добавлять небольшое количество корня тута или шелковицы по-русски, желательно белого цвета. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Будет ли землетрясение в Крыму? Нет, скорее всего, оно будет и было, но вы, скорее всего, его особо не почувствуете. Хотим тоже вебинары от Софии. София не хочет, это к ней. Пожалуйста, цвет ваджры имеет значение. Цвет ваджры лучше желтый или золотой. Когда у меня будут внуки? Посмотрим сейчас. Внуки будут уже вот в ближайшее время, в 23-24 году. Хочу выучиться на мастера по кудрявым волосам. Скажите, мое ли это? Да, вы сможете на этом зарабатывать деньги. Правильным путем идете. Коли нам с маленьким сыночком повертатися до нашего дома у Дніпро. Дякую сердечно. В начале мая, когда у меня с Кириллом будут дети? В 24-25 году. Подскажите, когда в этом году начнется работа у меня? Работаю на себя аж к осени, представляете? Сыну 12 років, на жаль, недавно стало вдовою. Підскажіть, будь ласка, як правильно виховувати сина? Хотите, чтобы дети были яркие? Хотите? Я вот расскажу свою историю. Она небольшая, возможно, будет очень интересно вам. У меня очень удивительная и хорошая мама. Мама меня смотрит. Мамочка, я тебя люблю. У меня очень хорошая мама. Она 36-го года рождения. Очень сейчас взрослая. Я ее трогательно люблю, обожаю. Она очень умный, теплый человек. Начитанный, очень такой грамотный. И когда я рос, то она все время мне всем восхищалась. То есть я говорю, что ты прячешь, а я там что-то пишу. Я говорю, вот я решил стать писателем. Это было в 9 лет или в 10 лет. А я действительно хотел стать писателем. Она подходит и говорит, да, правильно, становись писателем, только для того, чтобы стать писателем, очень много пиши. Старайся писать и не обращай внимания, интересно или неинтересно. У тебя получится, молодец. Потом прошло какое-то время, я начал играть на трубе. Она говорит мне, ты на трубе играешь? Я говорю, да, молодец. Старайся играть на трубе. Труба – инструмент маленький. Вот где-нибудь будет там, ни у кого работы не будет. Ты возьмешь трубу, станешь где-нибудь, подудишь и денег заработаешь. Молодец, хороший инструмент. Главное, а не получится, ничего страшного. Потом я начал ходить там, спортом заниматься и так далее. Она говорит, слушай, а ты пишешь? Я говорю, да, пишу. А дашь мне что-то почитать? Я говорю, я на стихи перешел, сейчас стихи пишу. И вот ей дала, я говорю, ну как? Она говорит, мне очень нравится, но людям может это не нравиться. А к чему я это все говорю? Моя мама, огромное ей спасибо, она всю жизнь меня поддерживала во всех начинаниях. Но у меня не было такого, что там придурок, идиот, а ну-ка собрался, сколько можно, чмо и так далее. Этого не было никогда. И зачем это надо и так далее. То есть несмотря на сложную жизнь, я был седьмой ребенок в семье, несмотря на то, что заработка было недостаточно, все мои начинания моя мама поддерживала. Мама, низкий тебе поклон, за счет тебя у меня получилось. Наверное, и в люди выйти, обучиться и так далее. Вот так. Что о маме вспомнил? Не могу к маме поехать, она в Крыму. А Крым для украинцев закрыт. Там люки. Подскажите, будут ли у нас с супругом детки? Никак не получается. Может, эзотерически как повлиять? Повлиять, если умеете.
А будут ли дети, ну, в этом году и в следующем не будет. Я думаю, что вам, скорее всего, необходимо написать, может быть, мне даже, если вы не из России, в Телеграм. Я напишу, какие препараты могут помочь вам. У меня действительно есть препараты хорошие. Хочу поменять направление бизнеса в строительство. Стоит ли? Да, у вас будет получаться лучше. Спасибо за знания. Ждем скорейшего мира. Сангая 78 приобретенный. Мне лучше применять для того, чтобы притянуть нового мужчину или продолжить, которому чувство сейчас. Если есть мужчина, и у вас к нему чувство, и он не занятый, то максимально работайте в этом направлении. Зачем что-то искать, если уже что-то есть? Я обычно говорю, если есть хотя бы один повод для того, чтобы сохранить семью, если есть хотя бы одно условие, которое может сохранить отношения, лучше этим пользоваться. Знаете, свой малый золотник, да дорогой, говорят, мал золотник, да дорог, да. Именно поэтому, а вот свои отношения, их можно переделать, даже если они зашли в тупик. Мужчины грубые становятся в случае, если женщина ими не восхищается. А почему женщина не восхищается? Потому что обычно мужчины грубые, и такой замкнутый круг получается. Знаете, я сегодня видел, сегодня вот... С мужчиной общаюсь, у меня написал буквально такое сообщение, отправляет девочке сообщение, хочет с ней познакомиться, и ей таким тоном, знаете, как будто он ей приказывает, вот я бы хотел там к вам обратиться и так далее. Я говорю, зачем ты так? Девочка, наоборот, напиши, что ты давно за ней наблюдаешь, что у тебя непреодолимая любовь, что ты восхищаешься ее красотой, что ты никогда не видел такой красоты, который увидел в ней, что она твоя мечта, и ты очень надеешься на хоть какой-нибудь контакт. Начни ухаживать, будь добрым, говори ей о красоте. Мужчина не говорит о женщине, что она красивая, не говорит, что любит. При этом хочет, чтобы им женщина восхищалась. Знаете, ну вот так как-то это устроено. И потом начинаются вот эти синдромы, он мне должен, я дарю любовь, мне никто не дарит, и начинается это, как это, экскреция любви, вместо сублимации любви. Надо делать, в медицине говорят так, необходимо проводить реабсорбцию, вытесняя плохое из семьи и объединяя все хорошее, которое там может быть. Вы можете подсказать, как повлиять на сына? Он сидит в телефоне и в компьютере, весит 91 килограмм. На сегодняшний день телефон и компьютер являются элементом коммуникации у людей. А вот вес там такой-то, такой-то. Так вот, если я вам хочу сказать, что если он на сегодняшний день перестанет сидеть в компьютере и в телефоне, то его вес не уменьшится. Не уменьшится. Причем тут вес к телефону. А что необходимо делать? Ну, в ваших руках помочь вашему ребенку. Есть препараты, которые стимулируют тестостерон, тогда не будет подкожный жир у него появляться, висцеральный. Есть препараты для похудения, если он не хочет заниматься. Вместе с ним начинайте по чуть-чуть ходить. Берите своего сына за ручку, ходите с ним и покажите ему пример. Ну вот как-то так. У вас, когда вы это пишете, уже есть претензия, понимаете? С претензией дела не будет. Наоборот, знаете, как дрессируют собак? Вот представьте, собаку дрессируют. Ты не хочешь этого делать. А ну-ка, встань на задние лапы сейчас. Когда? Нет, так не происходит. Но когда собачка нечаянно вскочила, то ей дают что-нибудь в ротик. Так и с детьми. Вот ребенок там вдруг там поприседал или там постоял. Говорите, о, молодец, вижу, как ты стремишься к новому здоровью. Я верю в тебя, молодец, сынок. Ну вот как-то вот таким образом, понимаете? Не знаю, поняли вы меня или нет. Я старался. Учитель, ученик третьей ступени. Черная полоса в жизни, кольцо наг. Ношу амулеты ваши, как быть? У огромного количества людей сейчас черная полоса. Вы, наверное, забыли, что в странах сейчас происходит. Черная полоса связана с тем, что война, как бы ее ни называли, слава богу, скоро закончится победой Украины.
И я так думаю, что даже там до середины марта, может, там до 20-х чисел уже даже договора какие-то заключат. Ну, во всяком случае, мне бы хотелось в это верить. Я хочу сказать, что изменить жизнь, когда черная полоса, необходимо следующим образом. Понимаете? Есть такое понятие, как радостная жизнь. Проводите медитацию, в которой произносите «мне нравится это, мне нравится это, мне нравится это». Потом проводите медитацию, вот так садитесь и представляете, будто любовь течет к вам в грудь, как будто все люди в мире вас любят. И когда будет течь на вдохе, представляете, будто к вам текут стрелочки. Когда вы будете направлять в свою сторону любовь, даже если вас не любит никто, то автоматически в вашу сторону начнут двигаться деньги. Всегда помните о том, что есть люди, которые могут выделять по отношению к нам любовь. И нам для этого ничего не нужно. Это наши дети, с ними можно поиграться. Они, им несложно в нашу сторону направить любовь. С нашими детьми можно посидеть просто, посмеяться. Можно, если есть супруга или супруг, можно его погладить. Хочешь, я тебе спинку помассажирую там? Или ты мой пупсик, знаете, или там что-то сделать для человека и сказать, тебе нравится? Человек говорит, да, нравится. Все, в вашу сторону течет любовь. Слава героям Украины. Слава героям, смерть ворогам. Подскажите, пожалуйста, мне с моей семьей оставаться, где мы сейчас, или возвращаться домой в Харьков? Оставаться, где сейчас? Еще успеете вернуться? В марте приедете? Почему муж не ценит, наладится ли Александра 24, Александр 28? Нет, не быстро, а не ценит. Нет интереса в интимных отношениях. Ничего в этом страшного нет. Потерпите чуть-чуть, все будет хорошо на самом деле. Здравствуйте, беременность 5 недель. Мужчина посылает на аборт. Я хочу оставить Божий дар. Мне стоит 39 быть с этим мужчиной. Правильно я решила, оставив ребенка. Да, оставайтесь с мужчином и ребенка рожайте. Несмотря ни на что. Ребенок будет хороший, нравится вам будет. Мальчика родите. И будет прямо обожать и он этого ребенка. Что это за мужчина? Еще и армянин, который с вами живет. И тот, который не будет хотеть. Который не будет хотеть иметь ребенка. Ну что, такое должно быть, чтобы мужчина не хочет ребенка, тем более армянин, тем более сына. Нет, я не могу в это поверить. Я его понимаю, ему сложно, он боится. Ну, что не бойтесь, вы правильно все делаете. Андрей Андреевич, продаю на маркетплейсе свечи собственного производства. Стоит продолжать или стремиться к чему-то другому? Стоит продолжать. Будете продавать, все смело делайте, расширять. Не сужайте, а расширяйте по чуть-чуть свое производство. Расширяйте, делайте помимо свечей там что-либо еще, какие-нибудь, может, из воска. Что там из воска? Ну, мыло варенье можно делать какое-нибудь помимо свечей, оно вам будет подходить. Там, если муфельную печь купите и круг гончарный, вот вам можно заниматься изготовлением гончарных каких-либо приспособлений там, из глины. Сейчас это все возможно. Учитель, что вы думаете про Саибаба? Хорошо отношусь к Саибабе. Мне нравится Саибаба, но мне нравится учение Саибабы. Очень много в первом воплощении, втором. Верю ли я в воплощение? А кто такой, чтобы не доверять или проверять? Для того, чтобы сказать «я не верю», необходимо иметь доказательства. И для того, чтобы сказать «я верю», тоже необходимо иметь доказательства. А я ни при чем, у меня нет ни одних, ни других. Поэтому какие доказательства могут быть у меня? Я удивлен, что такой человек существовал. Я удивлен тем, что этот человек говорил. Я удивлен, что у него были очень глубокие познания. Я удивлен, если можно так сказать, его эзотерическим техникам и первого, и второго. В первом случае удивлен, что человек не побоялся, объединил ислам и индуизм,
И это было очень необычно, потому что в Раджастане обычно происходили очень тяжелые стычки на фоне того, что существовал тогда ислам рядом с индуизмом, они между собой очень агрессивно вели. А во втором случае, когда человек воплощал что-либо и помогал, и приводил людей к тому, чтобы они выздоравливали, ну это тоже было удивительно. Мне очень нравится Девраха Баба, я читаю, наверное, лет 11-12 его мантру «Ом Кришная Васудевая Харе Параматманне Паратап Кришана Шая Гувиндая Намнамах». Я точно знаю, что читая такую мантру, человек избавляется от всех клише своей кармы. То есть карма его отпускает, ему становится легче жить, легче зарабатывать, легче. Развиваем с дочерью маленький бизнес, стрижка собак. Получится, отлично получится, когда дочка выйдет замуж. В 2024 в сентябре-октябре. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Я сломала руку. Для чего мне это дано? Когда человек что-либо ломает в своей жизни, это говорит о том, что ему необходимо отдыхать или успокоиться. Поэтому вам необходимо отдохнуть. Как вас иначе заставить успокоиться? Как вас заставить отдохнуть? Как вас вообще заставить хоть немножко обратить внимание на себя? Кофейка Pixel Pets. Доброго дня, хочеться рукоділлям займатися, але ніхто не купляє, якій сфері мені займатися. Дякую, Оксана. Якщо гроші є, займайтесь кавою і все, що пов'язано з кавою. Виготовлення кави, жарка кави, перемолка, помол кави, торгівля кави. Це ваш бізнес, вам все, що для кави. Це бізнес, який у вас буде дуже гарно виходити. Елена, здравствуйте, Андрей Андреевич, я работаю массажистом, сейчас я перешла работать в новый салон. Смогу ли я на этом месте хорошо зарабатывать? Не будет ли проблем с законом? Проблем с законом не будет, хорошо зарабатывать будете, не бойтесь. Так. Марина Помацалюк, здравствуйте, можете ли рассказать о камне Чараид? Камень Чараид растет в реке Чара. Камень Чараид – это камень, который у человека может улучшить общее состояние, когда человек ни о чем не хочет думать. Не хочется ему думать о будущем, не хочется о завтрашнем, не хочется еще о чем-то думать. И вот такой камень может помочь человеку начать о чем-либо думать. Но в случае, если у человека шизофрения, психические заболевания, панические атаки, тревожность, биполярное состояние, любые психические заболевания, чароид ни в коем случае нельзя носить. Также чароид нельзя носить людям, у которых есть опухоли или хотя бы намеки на какие-либо новообразования. Миомы, кисты, липомы, гемангиомы, там, гигромы, какие-либо новообразования в теле, потому что за счет чароита они могут еще более активно разрастаться. Я с Ольгой долго буду жить? Да, будете долго жить с Ольгой, она вас обожает. А вам надо худеть и обратить внимание на ваше заболевание, которое называется сахарный диабет второго типа. Обратиться к эндокринологу и уже начать лечение. Венера Ахметова. Спасибо, Андрей Андреевич, ваши знания и щедрость. Подскажите, если я приобрету курс обучения, заработок на торгах по банкротству, исключая выкуп недвижимости, где есть дети и старики, смогу я оправдать стоимость и начать зарабатывать? К сожалению, Венера Ахметова, вы не только не заработаете, вы попадете, будете сожалеть и будете после этого очень на себя злиться. Поэтому не начинайте и не развивайте данную тему. Нет, нет, не занимайтесь этим. К сожалению, нет. Чем вам нужно заниматься? Вам хорошо заниматься складским бизнесом, международным бизнесом, бизнесом, который связан с безопасностью. Не знаю, это вам что-то даст или нет, то, что я сказал. Моя младшая дочь Кира в этом году заканчивает 9 класс. Как будет лучше для нее поступить в колледж или идти в 10 класс?
Да, лучше идти в 10 класс, в строительный колледж не нужно, потому что немножечко будут плохие друзья у нее, и вы будете от этого очень страдать. Ну, а в принципе, если пойдет, то ну, ничего плохого не произойдет, ну, лучше не надо. Будет целее, здоровее, психически лучше. Лариса Хаймова, добрый вечер. Здравствуйте, Шаббат шалом, Лариса. Очень рад вас видеть, очень приятно. Лена Олена, здравствуйте, уважаемый учитель. Оставит ли мой сын дурную привычку? Не оставит, но во всяком случае ближайшие несколько лет нет. Здравствуйте, Андрей Андреевич, прекрасно выглядите. Спасибо за позитивный прогноз. Спасибо. Доброго вечора моєму синові 33 роки. Дуже хочу внуків. Чи жениться він і коли? В 38 лет жениться. Еще 5 лет ждать. А так будет жить с девушкой, но, скорее всего, не с той, на которой женится. Будет богатый. Все нормально. Татьяна Абросимова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, у меня получится исцелять? Если пройдете мой курс, который называется «Трехдневный курс целителя», обещаю, что исцелять начнете мгновенно. Кого хотите. Вот так, щелчком пальцев. Будь ласка, доньте 13 років. На що звертати увагу, щоб вибрати життєвий шлях? Нет такого поняття, як життєвий шлях. Є таке поняття, як життя. На що звертати увагу? Восхищайтесь ребенком, побольше прививайте ребенку доброты, эстетизма, побольше обращайте внимание на ребенка самого, чтобы разговаривала с вами, чтобы видела, что может быть тепло и отношения. Вообще, я хочу сказать, что есть исследования психологов, они такие достаточно известные, там говорится о том, что если человек занимается музыкой, если человек занимается пением или танцами, или живописью, то у этого человека больше шансов быть успешным человеком, чем у обычного человека. Поэтому я стараюсь, чтобы... Занимался ли я этим? Да, я занимался в своей жизни и живописью, и танцами, и борьбой, и морзе, и играю на музыкальных инструментах, всех духовых, и играю на баяне. Еще. Ну, петь так себе не умею. Мой сын сможет вернуться в авиацию, он сможет летать. Почему-то показывают, что нет. Ну, не знаю, я могу ошибаться. Выйду ли я замуж? Выйдите. Стоит ли заниматься философией профессионально? Приносит ли это успех? Да, приносит. Я знаю людей, которые успешно занимаются философией и журналистикой. Ольга Васильева, Андрей Андреевич, скажите, будь ласка, что с моим здоровьем? Есть проблемы, связанные с щитовидной железой. Есть гипофункция щитовидной железы, аутоиммунный тиреоидит. Есть заболевания грудного отдела, первый и второй позвоночник, есть остеохондроз хронический. Также есть зажим в копчиковом отделе. Есть заболевания гастроэзофагиальный рефлюкс, гастрит. Дискинезия желчных протоков, чуть-чуть повышенный холестерин. В дальнейшем может развиваться эндометриоз. Очень сильные неврозы. А так, а в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Простите, я не должен сейчас улыбаться. Просто не надо, я просмотрю, а то я все найду. А онкологии нет. Вроде бы как. Так, вебинары. Гульгина Ахмедшина. Моей дочери Руфине 27 лет. Когда встретит любимого? Спасибо за ответ. Уже вплоть до этого года и вплоть до марта месяца. Карина, подскажите, что это, когда начинают синеть
краснеть и немного опухать, два пальца на одной ноге не болят. Это нет, не психосоматик. Такое уже было, когда временно была без работы. Сейчас ситуация повторилась. Это может быть тромбоз сосудов на фоне сахарного диабета второго типа, полинейропатия или нейтропатия, тромбоз, артериосклероз. И это все необходимо выяснить. Каким образом? Прежде всего, необходимо сделать исследование, оно называется Доплера или доплерография нижних конечностей, которая определит, на сколько процентов у вас закрыты сосуды на ногах. После чего определить, из-за чего это происходит. Сдать сначала загальный или общий анализ крови, сдать индекс НОМА, сдать липопротеины, сдать липиды, сдать, может быть, даже обратиться к неврологу для осмотра, для того, чтобы посмотрел, нет ли у вас сопутствующих неврологических заболеваний. Катерина Телешун. Вчителю, доброго вечора, дякую за знання. Вивчаю трьохденний курс цілительства. Боязно, справлюсь. Так, дуже гарний курс, дуже будете в шоці від тієї інформації, яка дається мною на цьому курсі. Ви будете тішитись від нього. Антон, подскажіть, пожалуйста, впадаю, владію сайтом 5 років, но доходов нет, одні растрати, решили продати, не удастся, що з ним поделать? Вся проблема заключається в тому, що иметь сайт – это не иметь ничего. Сайт – это визитная карточка. Вот смотрите, у вас есть мешок пшеницы. И есть визитная карточка, где написано «Продам мешок пшеницы». Скажите, когда вы кому-нибудь даете на улице эту визитную карточку, человек посмотрел и выбросил. Визитная карточка не дает человеку преимущества ни в чем, ни в продажах, ни в чем. А как необходимо? Необходимо, ну вот смотрите, какие сейчас есть темы и как можно продавать. Первая тема. На сегодняшний день продают социальные сети. Продают Инстаграмы, ТикТоки, продают Ютубы. Люди смотрят, попадается видео какое-нибудь. И там. После этого нужно обучаться. А куда человек перейдет? То есть вам же нужно как-то продать. То есть человек, да, мне интересно, куда мне перейти? Вот на мой сайт. И после этого это называется трафик. Берете человека, запускаете его туда на трафик и так далее. А так человек делает сайт после этого. Предложите мне, если сайт интересный, я куплю. Мне интересны сайты, которые связаны с кликанием. Также сайты, где продаются, где используются залитые фильмы с возможностью выполнения какого-либо задания, желательно написанное на языке программирования, а не на WordPress. Отношусь к вам с большим уважением, стараюсь все делать и жить, как вы говорите, как вы учите. Скажите, у криптовалюты MetaHash какие перспективы? MetaHash есть перспективы или нет? В ближайшее время нет, к сожалению. Добрый вечер. Но вы знаете, вы меня подставляете. Потому что я сейчас скажу, кто-то это вырежет, потом начнут всем тикать, всем показывать. Потом приедут руководители MetaHash, скажут, мы тут разрабатывали это все, партнерскую программу, вложили миллиарды долларов, миллионы, а ты вот так вот, вот MetaHash, это плохо. Зачем вы так, слушайте? Они ж меня потом могут наказать. Потом у меня начинается там, блокируют сайты, и ужас. Хочу сказать, что ни одно доброе дело никогда не остается безнаказанным. Это такая особенность нашей жизни. Когда хочешь сделать доброе дело, обязательно найдется кто-то, кто о тебя вытрет ноги. Это нормально, потому что всегда происходит борьба добра и зла. Ничего в этом страшного нет. Ну, пример, чтобы не быть голословным. Недавно я сделал видео, то есть между тем, чем я занимаюсь. У меня есть производство, я им занимаюсь, у меня есть семья, я занимаюсь, у меня есть бизнес, связанный с недвижимостью, я занимаюсь, там, строю что-то и так далее. И решил быстренько, вот так домой забежал, и решил быстренько сделать видео. В этом видео попалась статья, я подписан на lipidjournal.com. Есть такая статья Oil Nights Oil.
То есть lipidic form not soil, так статья называется. То есть там говорится о том, что было проведено исследование, в ходе которого использовались большое количество масел, то есть это органические масла. По их гипотезе было сказано, что чем они занимаются. Они измеряют, и это общество врачей, которые ищут альтернативы по снижению холестерина, я условно говорю, у разных людей. Ну и одна из гипотез – это определенные виды масел. В этих маслах находятся вещества, которые называются аромафито, как-то там еще, не помню. И вот эти масла почему-то снижают холестерин лучше, чем статины. И они провели исследования, в этих исследованиях участвовало там, по-моему, 200 человек в разных институтах, Китай, Канада, еще где-то, и выяснили, что употребление не подогретой выжимки и свежей выжимки кукурузного масла снижает у человека холестерин. И там идет объяснение, почему это происходит. Ну и я на радостях решил сделать такое видео. Вы его, наверное, видели на моем канале. Я говорю, оказывается, вот в lipidjournal.com сказано о том, что масло кукурузное может снижать у человека холестерин. После этого вот такой комментарий тетя написала. Ты козел, да у тебя образования нет, чтоб ты сдох, что ты несешь, вообще какой жиры поднимают и так далее. Я говорю, да просто спасибо напишите, если я просто это написал. Она пишет, да пошел ты вон, ты дебил, как подумай сам, как вообще масло может растительное, оно по идее его нужно отменять, у тебя, наверное, нет медицинского образования. Я беру ей, выделяю и отправляю это сообщение, она его читает и после этого блокируется. То есть ей отправить больше сообщений невозможно. Ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Что это такое с этим миром? Ну да ладно. Так я себе. Йоланта Фрейзья. У меня с мужем очень плохие отношения уже давно. Я стараюсь сохранить семью, но наша дочь страдает и просит жить отдельно. Подскажите, как поступить? Ваша дочь абсолютно права. Вам необходима отдельная жизнь. Несмотря ни на что, обязательно делайте это. Вашей семьи уже нет. Сохранить отношения. Как же у вас сохранить отношения, если их нет? Как работать с кодом печать Шамкине, майванцы, чтобы ничего не произошло с имуществом во время войны? Нет, не нужно ничего делать с кодом Шамкине. Есть там, хватает у вас кодов других. Наталья, ваша ученица, мы виделись в 19-м с вами. Мне 49, уже столько лет прошло. Вы говорили тогда еще, что встреча своего неповторимого. Недавно познакомилась с Александром. Мой ли это будущий любимый мужчина? Скорее всего, да. Восхищайтесь им. Пожалуйста, собрались пробовать продать дачу, да? Лучше сейчас или в следующем году? Уже долго там не бываем. Сейчас лучше. Будет ли у моего сына свой ресторанный бизнес? Да, у него получится. У него это идет по жизни. И прям в ближайшее время все хорошо. Будет все нормально. Начал заниматься интернет-магазином. Как думаете? Что там думаю? У меня там что-то получится? Получится. У меня есть интернет-магазин, все получается. Ой, как много сообщений, боже мой. Здравствуйте, Андрей. Скажите, пожалуйста, как избавить свой род от проклятия? Стенанием. Проклятие, если оно есть, оно стенанием убирается. Это пост, это молитвы, это боль, очень тяжелая работа. В случае, если есть где-то в роду какое-нибудь проклятие, то вообще детей отдавали в монастырь, в курсе. И дети целую жизнь
молились для того, чтобы убрать такое проклятие. В случае, если это проклятие доказано, и оно на 100% есть, то там щелчками пальца вот такие вот нюансы или там какие-либо обряды не помогут убрать. Есть обряды, они очень сложные, вы их сами не проведете. Есть обряды, допустим, есть обряд. Сегодня я вот записывал даже где-то. Поумничать сказать название данного обряда. Такой обряд сложный прямо. Не знаю, как его прямо выполнять. Есть такие обряды, знаете, я хотел его зачитать, но прямо он страшный и такой тяжелый. По откупу от проклятия семьи. Как возникает проклятие семьи? Бывает ли такое? Если проклятие семьи появляется, то как оно проявляется в жизни людей? Дочери умирают молодыми, у дочерей нет детей, дочери сходят с ума. Мальчики, рождающиеся, могут быть бесплодными, но в большинстве своем рождаются с психическими заболеваниями. Это есть. Если это происходит из рода в род, то весь род вымирает. Когда род вымирает, это и называется проклятием. Почему появляется проклятие? Оно появляется, когда не прокляли, а когда человек участвовал в убийстве большого количества людей. Как доказать? Смотрите, Брежнев участвовал в большом количестве людей, в убийстве большого количества людей. Его дочка Вера психически больная была, дочка этой дочки тоже психически больная, ни имущества, ничего. То же самое будет с детьми Путина, и то же самое будет с детьми Каддафи и Мубарака, и там... Знаете, это проклятие, когда у Гитлера нет детей. Вы знаете о детях Гитлера? Что-нибудь слышали? Они проклинают весь свой род. Причем этот род, он за счет проклятия людей в дальнейшем вымрет. Потому что сами эти люди живут, как хотят. Думают, что они живут для детей, на самом деле живут вообще непонятно для чего. Вот так. Я из Харькова, живем с мужем на квартире, нашу разбомбили. Будем ли мы здесь в безопасности? Будете, вам ничего не угрожает, не бойтесь. Когда уже я найду свою любовь, спрашивает Шухратьер Фирузи. Шухратьер Фирузи. Найдете в 26-м году. В первой половине года. 25-26 год, да. У сына поставили диагноз. Атопический дерматит. И что? Лечим 2 года, но результата нет. Помогите, пожалуйста. Возьмите биотин и лизоцим. Принимайте лизоцим и нон-экзантамин. И принимайте нон-экзантамин 2 таблетки 2 раза в день, биотин 2 таблетки 3 раза в день. А еще смешайте соду с полынью. Порошок полыни возьмите, с порошком соды смешайте. Принимайте 1/4 чайной ложки 1 раз в день. А еще 1 столовая ложка соды и 1 чайная ложка соли на 2 литра воды. Взболтайте, пусть принимает по 1/4 стакана 2 раза в день. Будете, можно еще на кончике ножа небольшое количество серы. Можно вместо серы магнезию. Тоже на кончике ножа рассасывать. Серу не рассасывать, а с водой запивать. А вот магнезию на кончике ножа выпивать. В случае, если это нейродермит, в случае, если это то, о чем вы сказали, то помочь вот таким образом возможно. Будет ли обещанная квартира бабушкой, она умерла, принадлежать моей дочери? Стоит ли нам переезжать в Москву или остаться на месте? В Москву переезжать не стоит. От дочери квартира вам не останется. От, вернее, дочери не перейдет. Почему, вообще непонятно. Наталья Горбач. Какую сферу деятельности мне выбрать? Медик, таролог, парикмахер, бизнес, бровист.
Ну, бровист и одновременно парикмахер. Медиком вы не станете, не обижайтесь, но у вас не хватает таланта запоминать, к сожалению. Смотрите, уважаемые друзья, прямо под данным видео сейчас есть такая кнопочка. Называется «Внести донат или благодарность». Вот на нее нажимаете, переходите. Если ответил на ваш вопрос, донатите меня и делайте так, чтобы мне в дальнейшем было интересно с вами общаться. А то так неинтересно. Еще 10 минут и будем заканчивать. О, сегодня я ответил где-то на 200 вопросов. А поблагодарила меня только Алла Соколала Александровна. А, Сокола. Сокола. Андрей Андреевич занялась новым бизнесом. Работать в этом направлении будет успешно или нет? Да, будет успешно. Вы правильно сделали, что собираетесь этим заниматься. Поблагодарить Андрея Дуйко. Маша Будбелах. Спасибо, Маша. Пусть у вас все получается. Тетяна Ольга, добрий вечір. Підскажіть, будь ласка, чи все буде добре з чоловіком, коли вернеться додому? Додому вернеться до першого, вже до 1 мая. Не знаю, як має на українському. Могу на англійському сказати. Ельміра Кармокова. Подскажіть, пожалуйста, когда уже дочери вийдуть замуж? Марія, Ельміра, я Ліза. Марія в ближайшее время. Ельміра попозже, где-то в 25-26. И вы, Лиза, тоже где-то в 23-м, между 24-м, 25-м, наверное. Андрей Андреевич, онкобольным иглоукалывание можно делать? Да. Или с поднятием иммунитета и опухоль будет расти? Нет. Дело в том, что иглоукалывание, оно не поднимает иммунитет. Оно работает с каналами, входными и выходными. Если у вас есть человек, который умеет работать рефлексолог, и умеет работать правильно с иглами, то можно смело идти. Это уберет у вас дальнейшее разрастание опухолей и 100% улучшит состояние. Что с моим здоровьем? Не хочу говорить. Устал я. Существует ли эзотерический метод лечения гемангиомы? Здравствуйте, у сына Рамазана задержка речи 5,8 лет. Когда сын заговорит? Или это на всю жизнь? У него это связано с проблемами печени. Необходимо проверить аммиак в крови. И в случае, если он... И сделать энцефалограмму. Проверить, нет ли у него врожденных эпилептивных форм. Начать более глубоко заниматься здоровьем ребенка и погружаться, а не делая так, знаете, мы ждем, ждем, а он все не говорит. Не ждем, ждем, а уже сейчас надо уже что-то делать. Олег Пискун. Скажите, пожалуйста, мои договора купли-продажи состоятся? Большое спасибо, Людмила. Как-то не особо идет, Люда. А вы знаете, как мне хотелось бы сказать по-другому? Здравствуйте, Андрей Андреевич, ваша ученица. Давно сделала на левом запястье тату «Бесконечность». Было еще до школы Кайлас. Сегодня еще ловушку золотую приобрела. Что можно сделать с тату «Бесконечность»? Слышала это позже, плохо. Смотрите, вот так тату «Бесконечность» выглядит. Вам необходимо на этом тату «Бесконечность» нарисовать вот такую палочку. И все. Вы таким образом аннулируете тату «Бесконечность». И оно на вас больше не будет действовать. Смогу я целить хоть когда-то? Вы и сейчас можете целить. Если умеете, делайте. Буду ли я жить со своим мужчиной, если он уйдет к своей бывшей жене? А то он неделю со мной живет, а выходные к ней ездит.
В случае, если мужчина живет с вами, а ездит к другой, то той другой можно только посочувствовать, потому что та другая не любит себя. Здесь такой вопрос, почему он вам об этом говорит? Может, извращенец какой-то? Здесь важно не куда он ездит, а важно, к кому он возвращается. Возвращается к вам, значит, живите. Значит, у вас намазано сладким и приятнее, и лучше, и надежнее, и счастливее, и так далее. Мой муж нашел в инсте кого-то целителя и хочет очиститься. Не мошенник ли тот? Мошенник. Будете разочарованы. Как в себе найти свой дар? Читайте мантру Гейковом Шиделоумом Шиделоум. Станете ясновидящим. Читайте мантру Омгатегате Парагате Парасамгате. Разовьете яснознание. Читайте мантру Махумваджа Гуру Подмаситихум Хримахарини Сабхупуру Чубурмигусол. Станете астрально левитировать. Начнете просматривать прошлое и будущее во сне. Читайте Ом Кришная Васудевая Харе Параматмане Паратакшина Шая Говиндая Намунамах. Станете человеком, который будет запросто смотреть будущее жизни других людей. Ответил же правильно. Спасибо вам за восхитительный СНГ-68. Он потрясающий. Будьте всегда благословенны. Благословите на операцию. Все ли пройдет хорошо? Смело идите. Ничего страшного не произойдет. Все произойдет как вы. Прям лучше, чем даже вы представляли. Прям супер. Ой-ой, как много. Ой-ой, как много вопросов. Чем заняться моему сыну, чтобы ему нравилось хорошо зарабатывать? Бизнесом, который связан перевозками, международными перевозками, складской логистикой, международной логистикой. Пусть изучает язык, будет получаться. Благодаря практикам нашей школы устроилась на работу. Огромное спасибо, немного волнуюсь, большая ответственность. Подходит место? Подходит, все будет хорошо. Даже полюбят вас. Скоро ли мне дадут повышение или нужно просить самой? Просить самой. Надо просить самой, не дадут повышение, если просить не будете. Вообще никак. Можно носить крестик вместе кулоном звезда Давида. Ну да, а что вам мешает? Это же украшение. Если человеку нравится треугольник, можно ли его носить? Да. А если палочка нравится? Можно, да. А если гулька-загогулька? Да. А если крестик? Можно, да. А если без Иисуса? Можно. А если сверху на нем будет шестиконечность? Да, пяти, да, тоже. Вообще это же украшение. Они какие хотят? То есть это как штрихмастера, знаете. Как вылечить абсансы моей дочери? Ну, депакин, вальпракан. Вы не знаете, как абсансы лечить? Финлепсин, какие препараты еще вам сказать? Как приобрести лекарство? Мы из Пятигорска. А Пятигорск где находится? Пятигорск это Крым? Пятигорск. Пятигорск, Ставропольский край, вообще никак. Ближайшие, скорее всего, 5 лет шансов никаких получать препараты с территории Украины на территорию России не будет. Вообще сейчас. Я на самом деле от этого не потерял. Мне иногда говорят, Андрей Андреевич, да вот все уйдут, вы столько высказывались против там Путина, против этой войны и так далее, военной операции и так далее. Ну да, а что тут такого? Я и сейчас могу это подтвердить и сказать почему. Во время того, когда был Советский Союз, он нравился, не нравился, люди в нем жили. После этого было свержение закона и власти Советского Союза теми людьми, которые назвали себя путчем. Не спрашивая никого, заставили всех проголосовать на то, чтобы было две страны. Или там страны начали расходиться. Вот этот путч, это было незаконно. Поэтому, когда Путин говорит незаконная постановка, так вот незаконно было как раз у всех, чтобы вы просто понимали. Поэтому прыгали на Майдане в России, прыгали, да, прыгали во время путча, прыгали во время того, когда
уничтожили Советский Союз. Это было незаконно. Далее. По поводу «наши деды воевали» и «наши воевали». По поводу того, что в Украине бандеровцы, жидофашисты и так далее. Так вот, посмотрите. Во время того, когда была Великая Отечественная война, в Вермахте и в СС было больше, чем 2 миллиона всевозможных групп, которые служили фашистской армии. Это были и русские, и армяне, и еще кто-то. Дело в том, что в Германии было очень малое количество солдат. Она была маленькая, но она захватывала всю Европу. Какими силами? Я вам хочу сказать, эти силы назывались добровольцы. И точно так же можно назвать, что в России и в где угодно были и литовские, и российские, и украинские, и так далее, если можно так назвать, предатели. Поэтому говорит, что вот у них есть, а у нас нет. На сегодняшний день есть неонацистские демократические партии, партия русских неонацистов. Она фактически фашистская, которая на сегодняшний день присутствует на территории России. По поводу обстрела и так далее. Еще раз хочу сказать, что в 2014 году диверсант Стрелков вместе с военными высшей исполнительной власти захватили власть украинского государства, в ходе которого заставили людей путем обмана проголосовать за то, что о чем говорили? Говорили, что без Украины сама по себе будет богата и так далее. А оказалось, что не так. И если сейчас сравнить, до Донецк, до оккупации, после оккупации, то это небо и земля. Потому что в Украине это было одно из самых красивых областей. Почему Украина не захотела России? Не хотим мы, потому что у нас нищеты нет. Не хотим, потому что у нас в деревнях красивые дома, туалеты, унитазы. Да, у нас хорошо. Не хотим, потому что мы любим друг друга. Мы теплые и не хотим хамства. А если в России хамство? Я поездил по России, может быть, в плохих местах был, но хамства всегда было много. Отдыхаешь с украинцами, все обнимаются. Отдыхаешь с русскими, все матюкаются. Кофейня. Так что, если вы считаете, что я за кого-то держусь и считаю, что там русские уйдут, и я там остаюсь, вообще все равно. Вообще. Ни за кого не держусь, мне вообще все равно. Я это делаю по своему собственному желанию, индивидуальному. Вот. Причем же мы, которые живут в России, не воюем, мне 73, почему мы не можем получить лекарства? Как вы не можете понять? У нас в стране летят ракеты, вчера было 76 штук, попадают в дома, и это происходит каждый день. Детей, взрослых, их убивают тоннами. Какие лекарства вообще? Какие лекарства? О чем вы? Вот вам попал в ваш город 100 ракет на протяжении года. Попало в дома, убило ваших знакомых, близких. Мои друзья, у меня был друг Леня, мы вместе с ним учились когда-то в техникуме. Он находился в Мариуполе со своей дочерью Жанной и со своей женой Леной. Так вот, их нет, их взяли в плен. После этого, когда их вывозили на территорию России, их на глазах у его мамы убили. Это приятно сейчас слышать. Убили русские солдаты. Мама сейчас находится, сначала уехала на территорию России, потом каким-то образом выехала за границу, сейчас находится на территории Украины. Очень неприятно. Это мои близкие люди. Приятно это слышать. Будет ли у меня повышение в работе? И долго этого ждать? Работаю 5 лет. Будет повышение в работе. Чем мне заниматься в жизни?
вам в жизни заниматься хорошо услугами, продажами, изготовлением чего-либо. Услугами это риэлторство, продажа недвижимости хорошо будет получаться. Рукоделие. Вы можете сказать, как снять проклятие молитвой и постом? Я вот хочу сказать вам, Мария Якубец, что просматривая вас, могу сказать, что у вас проклятия семейного нет, но у вас есть небольшое психическое расстройство. И вот как раз психическое расстройство убирать нужно. Можно обратиться к врачу. Стоит ли сыну уехать из России от призыва на фронт? Стоит. Подскажите, мы купим в этом году квартиру? Очень близко к тому, чтобы купить. Очень прям близко. Если на мне негатив, Сулейка, Сулейка Светлана, если негатив. Ничего плохого не увидел. Увидел заболевание позвоночника. Онко у мужа пройдет. Скорее всего, тата. Жаль так вашего мужа, хороший человек. Хочу пить хлеб на закваске, варить сыр, смогу на этом заработать. Вы правильным путем идете, смело делайте, все отлично получится. Встречу свою мужчину, выйду я замуж, бану, если да, то когда, подскажите, пожалуйста. А вам сразу два, надо, на два ответ, да, на два вопроса ответ. В этом году не выйдете, а если выйдете, то скорее всего аж в 2025-м. На что обратить внимание по здоровью, спрашивает Анастасия Вовкодав. На почки обратить внимание и на, если почки лечить, то проблемы с пальцами на руках исчезнут. Я не знаю, что там у вас такое на руках. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Собираю украшения, учусь в космоэнергетике. Есть ли дар в этом направлении? В украшениях есть, а в космоэнергетике я не знаю, какой там дар нужен. Что там дар еще какой-то нужен? Я, насколько помню, там все передают. Все передают как-то там. Шик-шик, теперь ты маг. Заплатили, передали. Скажите, пожалуйста, в какой сфере я смогу зарабатывать хорошие деньги? На что обратить внимание? Обратить внимание на производство. Любое производство, изготовление чего-либо хорошо будет получаться. Особенно, если это связано с чем-то, продуктами питания и так далее. Через сколько лет мы с бывшим мужем снова будем жить вместе? А вы хотите, да, Лена? Вы не даете шанса своему сердцу по-настоящему зажить. Хороший человек, живущий с любимой женщиной, не бросает любимую женщину. Мужчина уходит от женщины обычно из-за того, что она ему не нравилась. А женщина уходит из-за того, что она ему не нравилась внешне. То есть не нравилась Муська, не нравились глазки, не нравилось там тело, не нравилось это. А женщина уходит из-за того, что с ней плохо спали, из-за того, что не говорили красивых слов там и так далее. Поэтому стоит ли продавать квартиру в Ирпене? Стоит в этом году. Когда жители России смогут купить вашу пятую ступень? Не знаю. Я не знаю. Чем моему сыну Вадиму заниматься, чтобы ему нравилось и хорошо зарабатывал? Все, где нужно управлять, заниматься преподаванием чего-либо, умничать одним словом. Вот таким чем-то нужно заниматься. Не знаю, сможет он этим или нет. Получится ли заработать на продаже фурнитуры? Да. У меня биотоки, ладони горят, особенно по ночам. Не могу спать спокойно. Это дар или чем заняться?
Ну, это, скорее всего, это может быть и не дар, это может быть авитаминоз, это может быть даже состояние тревожности, это может быть состоянием дистоническим. То есть, если вы хотите знать мое мнение физиологическое, то может быть такое проявление физиологическое. То есть, оно может быть не связано с тем, что у вас дар. Я знаю очень многих людей, у которых горят руки, и которым жарко по ночам, и там от этого не могут спать. Я не уверен, что это связано каким-то. Я знаю, вы, наверное, читали Джун, я тоже ее читал. Она говорила, что к сыну приложила руки, а потом убрала, и ожоги были. Нет, нет. Дело в том, что когда вы пройдете мой семинар, который называется «Целительство», там я рассказываю, исцеляют не тем, что руки прикладывают, и не тем, что с человеком разговаривают. Исцеляют вообще другими нюансами. Вот, смотрите, есть в Ютубе человек, у которого сейчас, вот напишите, у кого сейчас болит позвоночник, поясница болит, там в ногу тянет и так далее. Вот напишите, у кого болит где угодно. Крым будет украинским скоро. Крым будет украинским. Готовьтесь. Три года не поставили диагноз, решится ли в хорошую сторону, почему слабость и субферильная температура развивается. Вам надо анализы надпочечников сдать, то у вас проблемы надпочечников. Их там пять, этих анализов надпочечников. И когда сдадите, смогут у вас, вот смотрите, болит спина, болит спина, болит спина, иногда болит, у меня болит спина, у меня болит спина, трапеция, копчик. И так далее. Болит спина, у меня болит поясница, крестец и так далее. Вот смотрите, пусть все люди, которые здесь находятся, объединятся со мной. И чтобы до послезавтра не болела спина, а сейчас прямо поможет. И чтобы не болела с левой стороны у вас, в ногу не тянуло и в поясницу. И справа не болела, в ногу не тянуло. И чтобы шея не болела и плечи. И справа. О, махом хахри, махом хахри, махом хахри, махом хахри, махом хахри. Смотрите, считаю до пяти. Раз, два, три, четыре, пять. Делаю так палочкой. И теперь можете до 30 надо дочитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. А теперь напишите, у кого перестало болеть прямо сейчас. Смотрите, я ж руки не прикладывал. Кульмира у меня прошла, Любовь Лачук у меня прошла, Евгения Мороз у меня прошла. Андрей Андреевич, есть у меня дар? Есть. Виктория перестала, у меня перестала, у меня перестала, у меня Наталья, Сергей, у меня тепло стало, спасибо, у меня прошла. У меня, видите, вас сейчас здесь очень много. Видите, как у многих людей перестала болеть спина, перестала болеть шея. А вы потом в дальнейшем можете проверить, обманул я вас или нет. Гульмира Салхар, если у меня дар есть, в записи будет работать. Нет. Подскажите, у моей внучки 25 лет, проблемы со зрением, падает, восстановится ли? Да, восстановится, не нужно этого бояться, это не опасно. Надо неврозы лечить, потому что неврозы уберут у нее, из-за неврозов она вот так страдает, понимаете? Проша боль, левая сторона. Получится раскрутить магазин? Да, получится. Выйдет ли скоро моя дочь замуж? Не скоро, но где-то с 24-го, где-то 24-го года, в первой половине года, может, марте-апреле. Смогу ли я вернуться на старую работу в банк? Не сможете. Мой бывший муж документы не прочитал.
не могу вернуться к Богу, к молитвам. Что делать? Не торопиться, потому что в случае, если Бог не дает, чтобы ему молились, не нужно себя принуждать. Это одно из особенностей. Не нужно, не торопитесь. Если у меня дар ясновидения, есть, да, есть ярко развитый. Просто не умеете, не знаете, куда смотреть. Мой дом не пострадает от землетрясения? Нет, не пострадает. Как справиться с колдовками? Смогу сама? Ну, наверное. Ставьте ритуальную защиту. Айм хридай намахум клиншрай свахаум сакушек ясат. Ум саку каучак яхумум ковах нет атрой сатум курпу ватхат. Чи є у мене дар? Є. Дар лечить руками. Получится ли раскрутить магазин Жанна Корневец? Да, получится. Смогу ли я нормально родить ребенка на 5-м месяце после смерти сына в 1 год с моими сможете? И с нарушением среда сможете. Это у вас кортизол. Вообще снизить его можно не таким простым способом. Пейте фолиевую кислоту и пейте на протяжении дня как можно больше крепкого заваренного ромашкового чая. Прямо на глазах вам станет лучше. Прям вот серьезно говорю, и сможете родить ребеночка. Если у меня дар целителя, Оксана Устинова, есть. Все будет хорошо у моих детей, да? Все будет хорошо. У ваших точно. Дякую, стало легче. Спасибо. Заговорит ли мой внук? К сожалению, не заговорит. Очень жаль. Очень утеряна эта возможность. Хотя я пока еще не умею возвращать у людей сознание и убирать у людей проблемы аутизма. Но, скорее всего, я это смогу сделать где-то ближайшие, ну, наверное, через 5-6 лет я смогу это делать. Сейчас не хватает энергетической силы. Я научился видеть психические заболевания, я знаю, что происходит с человеком, и я могу убрать психическое заболевание на час, там, на два, ну, на день, чтобы человек был нормальный. Но я думаю, что лет через 5 я смогу убирать вот так даже дистанционно панические атаки. А может, перед старостью, когда появится у меня психическая энергия, и я буду в нормальном сознании, то, возможно, смогу и помогать при гораздо тяжелых болезнях. Светлана помаленькая. У меня есть дар. Немного плечи отпустила. Есть дар. Только чуть-чуть нервничаете. Надо желудок вам, кстати, лечить. Ольга, когда встречу своего любимого? Когда встретит Ольга любимого? На подходе уже, между 23-м и 24-м годом, скорее всего, встретите где-то ближе июля, август, сентябрь. Як вилікувати шпору та біль в правому бедрі? Возьмите яйцо куриное, не разбивая его, положите в банку, залейте уксусом. Пусть в темном месте лежит 10 дней, прокалите его. Разболтайте в блендере, намазывайте место шпоры и смазывайте место бедра там, где вот такой мазью. И натирайте. Делайте это ежедневно. Также можете шпору натирать. Есть такой нашатырный спирт. Вот как можно чаще нашатырным спиртом. Сильно-сильно. Девушка говорит, что дети от меня, я не очень уверен в этом. От вас дети, от вас вообще зря не уверены, все хорошо. Оба. Сейчас можно у вас просить помощи? Не-не. Истрина, мой молодший сын, любовь, конечно. Такая гарна бы вам подобалась. Такая гарна. Марика, Чимарина. Якась. Чи Надя? Чи, да, Марина, наверное, якась. Виолетта, скажите, пожалуйста, есть ли у меня дар? Если то какой? Выступать перед людьми есть дар.
Очень эмоциональный человек такой, хорошо бы получилось, могли бы открыться. Чтобы прошла бессонница, как правильно принимать мелатонин и поставит? Поставит две таблетки 3 раза в день, мелатонин две таблетки на ночь. Уважаемые друзья, я очень рад был сегодня с вами встретиться. Надеюсь, вам понравилось это все. Смотрите, для того, чтобы научиться целительству, я разработал специальный семинар. Данный семинар называется семинаром обучения целительству, трехдневный семинар. Его можно приобрести на моем сайте duiko.guru. Переходите на мой сайт и сможете на этом сайте купить его. Я вам обещаю, что при прохождении 3 дней, там по 2 часа утром и вечером, это получается 12 часов, при прохождении 12 часов данного семинара, вы после окончания семинара будете самым лучшим целителем в том регионе или в той области, в которой вы сейчас проживаете. Поэтому смело можете этим заниматься. Я там говорю, и первые мои слова звучат так, что каждый человек, который обучается у меня целительству, в дальнейшем успешно применяет мои методы. И это прямо мега-мега-мега-мега эффективно. Понятно? Также вы можете написать свои вопросы в дальнейшем, написать в телеграм-канале. Я захожу в телеграм-канал, вижу это все, вижу, как вы и пишете, и общаетесь, и там обращаетесь. Все это обычно вижу. Но получается отвечать, получается, а нет, не получается. Если так много вас, можно ли выращивать дерево грецкого ореха на участке? Можно. Также хочу сказать, если хотите, чтобы ребенок был великим, когда родится девочка, то обязательно посадите смоковницу. Тогда будет такое красивое, что все будут обожать. В случае, если хотите, чтобы мальчик был очень красивым, 6 орехов посадите. Если чтобы мальчик был очень богатым, 5 орехов. Если чтобы очень сильный, 3 ореха. И до 40 лет нельзя эти орехи срезать. Срежете орех, у ребенка будет очень плохая судьба. Встречу свою судьбу в Украине или ехать в Англию? В Украине. Алана Абаева. Блин, мне не везет, не может быть. Почему не везет? Татьяна Бакина. Брат бросит пить, спина не болит. Брат бросит пить. Ну, да, скорее всего, на фоне проблем со здоровьем. Андрей Андреевич, очень хочу поблагодарить из запрещенной страны. Как это сделать? Делать это, я это почувствую. Нет запрещенной страны, нет запрещенных стран. И здесь люди. Я люблю людей, я не люблю руководителей. Сами не живут. Людей приводят к ужасу подвиги. Скажите пару слов. С удовольствием. Как не допустить зло и не совершить плохих поступков? Будьте добрее, не обижайтесь надолго. Не мстите, не критикуйте, забывайте. Все плохое, что сказали, прощайте. Чаще произносите для себя слова. Если сердце тревожится, говорите эти слова. Это не важно. Там прав, не прав, плохо, хорошо говорите. Это не важно. Почему такие слова необходимо говорить? Такие слова необходимо говорить, потому что Бог создал человека для того, чтобы он жил. А когда человек живет, то он воспринимает окружающий мир. А когда человек обижается, то он начинает воспринимать не то, что происходит, а то, что дает ему память. Потому что, что бы ни было плохого, оно все равно все уже в прошлом. Поэтому, когда человек обижается, он понимает или нет, но окунается в мир мертвых, погружаясь в бесконечное прошлое, которое, по идее, уже умерло.
и оно уже произошло, и новое будущее строится прямо сегодня. Поэтому единственное слово, которое поможет вам отпустить это все, это слово «а, не важно». Прав, не прав, люблю, не важно. Хорошо, плохо, всегда можно простить. Для того, чтобы быть счастливым человеком, забывайте чаще, не критикуйте, не ругайтесь, получайте от жизни хоть минимальную радость. Не лезьте в жизнь чужим людям, не лезьте в жизнь детям со своими устоями. Помогайте, если хотите, но не лезьте, не изменяйте судьбу. Не помогайте, заставляя людей принять что-либо. Чем больше у человека состояние, ну, наверное, доброты сердечной, тем лучше у него судьба и тем больше везения в жизни. Поэтому я всегда говорил, развивайте у себя доброту сердечную. Что я имею в виду? Доброта сердечная – это когда человек просто сам по себе добрый человек. Поэтому найдите в себе возможность быть добрыми, миролюбивыми, человеколюбивыми, милосердными, теплыми. Старайтесь полюбить себя для того, чтобы ваша любовь расширилась на близких. Любить – это значит делать физически что-то для другого человека. Любить – это значит не сказать, а где-то важнее не нахамить, не отругать, промолчать, перетерпеть. Настоящий христианский путь и заключается в том, что человек может в себе демонические энергии, а это энергия отомстить, разрушить, убить, наказать, закрутить, поломать и так далее, вот он может их в себе предотвратить. Вот так. Не давайте внутренним демонам выплескиваться наружу. Поэтому любовь – это не просить прощения, а любовь – это не сказать «люблю», а любовь – это промолчать, когда хочется закричать, ударить, нахамить, обмануть, покритиковать. Сказать просто вместо этого, а я тебя все равно люблю, несмотря ни на что. Ну что ж, до встречи. Обязательно подписывайтесь на мой канал, который находится в Ютубе. И обязательно обучайтесь у меня. Первая ступень, она расположена на моем канале совершенно бесплатно. 12 часов информации. Также на моем канале вы сможете перейти на мой сайт. На моем канале и в Инстаграм, и в ТикТок вы можете нажать на кнопку «Перейти в Ютуб» и «Перейти на сайт», и позвонить, и написать письмо. Одним словом, целая куча возможных коммуникаций. Также, если я не успел ответить на ваш вопрос, а вас это очень беспокоит, то можете его после окончания вебинара написать в сообщении. Не обещаю, что всем отвечу, но все равно на какие-то вопросы постараюсь ответить. Еще раз до свидания. А находить. Все, надо выключать. Здесь.